Всем привет! Сегодня поговорим о батарее вашего iPhone. Как понять, когда уже нужно менять батарею вашего телефона? Когда ваш iPhone не доживает даже до вечера? Безусловно. Главное понятие здесь — это цикл. У батареи есть определенное количество циклов перезарядки. Если батарея пройдет 500 циклов, то она потеряет от 20 до 30% своей емкости и будет держать уже не 12 часов, а 8. Как узнать, сколько осталось циклов? Нужно поставить приложение, которое покажет вам это количество циклов. Одно из приложений называется Battery Life. Сейчас мы его скачали и можем запустить. И оно показывает нам информацию о нашей батарее. Здесь мы можем увидеть количество циклов. Вот в этой строчке. Также мы можем увидеть, сколько составляет емкость нашего аккумулятора и сколько она потеряла в течение какого-то времени. То есть было изначально 1550, а стало 1433. То есть со временем батарея теряет свою емкость. Это нужно учитывать. В конце хотелось бы сказать, что не забывайте следить за вашей батареей, следите за количеством циклов вашей батареи и меняйте ее в случае необходимости. Надеюсь, это видео было вам полезным. Всем удачи, пока!